меры целей в области ТАИР, ну, желательно их ставить достижимыми, понятными, чтобы каждый сотрудник понимал. Ну, для примера, сократить количество аварийных отказов за полгода, там, в два раза, чтобы цели были понятны каждому сотруднику. После того, как мы разработали цели, нужно приступать к проектированию деятельности, как мы будем эти цели достигать. Это как раз есть разработка бизнес-процессов.